Всем привет! Я Мария Левина и прямо сейчас расскажу вам, как провести выходные в Самаре. Самые яркие мероприятия этого уикенда в нашем обзоре. Ну что, поехали! С 25 июня Самарское музейное сообщество запускает первую балконную акцию. В период карантина в разных концах мира балконы стали служить пространством художественного высказывания. Искусство стремится наружу, за пределы стен музеев. Участниками акции станут музей модерна, галерея Виктория, литературный музей, Горький центр и музей Эльдара Рязанова. На протяжении недели зрители с улицы смогут наблюдать за сетью балконных высказываний. Одно из главных событий этого лета – фестиваль «Рок над Волгой». Пройдет уже в это воскресенье онлайн. 3 часа качественной музыки, драйва, а также у каждого будет возможность задать любой вопрос любимым исполнителям. Площадка фестиваля будет «Боржа на Волге». Трансляция начнется в 8 часов вечера и будет вестись в режиме реального присутствия. Художественный музей продолжает работать проводником в мир прекрасного. На своей официальной страничке в социальных сетях сотрудники музея знакомят пользователей с шедеврами мирового кинематографа об искусстве. В пятницу вечером на интернет-ресурсах агентства социокультурных технологий и Центра художественной пройдет кинолекторий, посвященный обсуждению фильма «Игла». Культовый фильм, которым засматривалась молодежь 80-х. Главные роли исполнили рок-кумиры Виктор Цой и Петр Мамонов. Картина, которая была лидером советского проката того времени и сегодня, не утратила своей остроты. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!